И снова здравствуйте, всем привет. Давайте рассмотрим еще пару фишек программы The Brush. Они еще не заканчиваются. Так что подписывайтесь, еще будет много их. Как назначить? Вот у нас есть модель. Вот они, наши саптулы. Переключаться мы можем тут уже. Кто смотрел видео, знает. Но как назначить им материал? Вот, допустим, давайте отключим все саптулы и оставим вот нашу модель. Давайте присвоим материал, цвет материала. Это вот поставим, давайте вот дерево телесный. И вот чтобы он прирос, так сказать, присвоился вот этому саптулу, нужно зайти так в Color и нажать файл Object, вот этот. Так, не применяется, забыл я нажать вот эту кнопку M, Material Channel. Вот теперь давайте повторим это дело, зайдем в Color и опять файл Object. Вот вы видите, что она присвоилась. И давайте переключимся теперь на рубашку. Назначим другой материал, допустим, красный. И нажмем опять Color, File Object. И теперь, ну что можно, ремень. Давайте ремню присвоим тоже. Ну вот этот, допустим. Жмем Color. И файл Object. Так, чтобы еще видно было. Рюкзак давайте. Или что это там. Так, назначим ему. Ну, допустим, вот такой цвет. И также повторим файл Object. Давайте теперь переключимся на модель и включим все саптулы. Вот вы видите. Красная рубашка, серая. Как ремень у него. И вот теперь давайте все, теперь включим все саптулы. И вот так выглядит наш гражданин уже с материалом цвета. Так, все, с этим разобрались. Давайте теперь посмотрим, как можно сделать с помощью вот тут этой клавиши Render. И создадим саптул, возьмем сферу. Так, переключимся на сферу. И теперь давайте ее поставим кверху, к голове. Вот сделаем такой купол. Теперь давайте оставим одну сферу и назначим ей цвет. Я люблю глину, поэтому давайте поработаем с ней, а потом уже изменим. Так, теперь приблизим нашего гражданина. И что можно сделать? Так, включим Move. Зайдем в деформацию, включим драйв и по сайзу. Так, поработаем немножко. Так, вот так вот мы ее подберем по Z, по X тоже сплюснем. Так, и теперь по Y. Не будем ничего делать. Жмем Move. И вот так вот его передвигаем. Можно резать. Все это вы знаете. Но это не суть важно. Представим, что это является шлем. Я не хочу долго рисовать. Делать. Давайте теперь добавим девайдов.
И, допустим, сделаем маскирование. Прибавим Drop Size. Нажмем Drop Size и переключимся. Давайте вот на эту сферу Макур. Вот так вот сделаем. Пробел удерживая, мы вот его можем двигать. Вот так вот. Все, замаскируем, сделаем Ctrl-W, назначим ей, так, что-то у нас тут, вот у нас есть тут. Повторим еще раз. Отметим и назначим Ctrl-W вот эту вот полигруппу. Теперь зайдем в саптулы. Отключим все саптулы, оставим только вот эту вот сферу. Так, давайте еще. Так. И давайте ее теперь с помощью сплит разделим. Повторим сплит. И давайте переключимся теперь вот на эту часть нашу. Назначим ей так. Назначим ей вот эту световую схему, материал. Так, вот этот. Перепоставим темный цвет. И вот что я хотел показать. Переключимся вот на вот это вот окошко. Давайте зайдем Display Properties и нажмем BPR Setting и нажмем Transparent Shading, вот этот жмем да и жмем опять BPR. И вот получается, как будто стекло. Можно сделать также, но это больше для рендера идет. Сейчас вот давайте я покажу, как это все будет выглядеть приблизительно. Вот так мы его берем. Переключимся на нашу сферу. Вот так мы ее выровняем. И вернем это окошко вот сюда. Все. Вот такой космонавт у нас получается двусторонний. Жмем BPR. И вот как будто стекло. Можно рендерить, как будто у шлема там прозрачность, там еще что-то. Вот так все это будет выглядеть. Прикольная фишка. Надеюсь, вам кому-то пригодится. Так, вот такое у нас получилось действие. И теперь вот можем мы вот этой штуке назначить любой материал. Так, что у нас тут такое подвисает? Давайте вот можно вот такой вот поставить. Опять жмем BPR. И посмотрим, как это будет выглядеть.
Вот так это все выглядит, как будто правда стекло. А вот здесь в рендере, сейчас покажу вам где. Вот здесь BPR Shadow находится настройки, где можно настроить внешний вид, подогнать его более похожему к зеркалу, к стеклу. Можно использовать в качестве забрала у маски. Также можно у шлема делать вроде как стекло. Можно матовое просто делать. Можно с прозрачностью. Вот вид изменился. Смотрите. Вот здесь корректируйте, отключайте, экспериментируйте. Все поймете. Ну вот и все. Все, всем пока. Все, что хотел показать, вот показал.